Здравствуйте, вы находитесь в клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется «Главмоджем». Я вас приветствую, вам аплодирую максимально, насколько это возможно и в этом моих силах. Всем доброй ночи, друзья. Ну вот, мы, собственно, собрались, и мы готовы понажимать красивые для вас мелодии, попеть что-то, поиграть, потанцевать, повеселиться. И я хочу пригласить на сцену все наше духовое отделение, которое находится в гримерке непосредственно. Ребята, давайте, подтягивайтесь, мы будем потихоньку начинать. Сегодня для вас играют Алексей Козловский на барабанах, друзья. Алексей Максимов сегодня на бас-гитаре для вас. Сергей Коньков на гитаре. Егор Полованов сегодня играет на трубе. И Ван Акатов тоже играет на трубе. Илья Чумаченко играет на саксофоне. И Азат Хуснулин играет на тромбоне. Сегодня у нас интересная ситуация, потому что тромбонисты очень редко к нам захаживают. А сегодня вот один из них зашел. Поэтому молодец, давайте его поаплодируем за это отдельно. Итак, друзья, первая композиция у нас по традиции инструментального характера. Композиция Майлз Дэвис, называется она просто «Джем», друзья. Вы на «Главмоджеме» в клубе Алексея Козлова, песня «Джем». Мы начинаем. Спасибо, что пришли. Поехали. Thank you.
Thank you.
Спасибо всему нашему духовому отделению. Александр Абрамов сегодня здесь у нас тоже в гостях, наш прекрасный друг и гость. Итак, друзья, двигаемся дальше и переходим непосредственно к вокальному, так сказать, погружению. Я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Анастасия Игитян. Анастасия Игитян сегодня здесь у нас в гостях, друзья, и мы исполним композицию замечательной певицы, которую зовут Ледиси. Называется она «Children Go Where I Send Them». Очень интересное название, потому что сегодня я пытался его перевести, но у меня так этого не удалось. Может быть, Анастасия вам подскажет, в чем суть. Да, одну секундочку. Ну хорошо. Итак, друзья, как настроение у вас? Надеюсь, все хорошо? Дамы и господа, гости дорогие. Ну что же, да, все классненько. Ну супер. Раз, два, три. О, слышно. Ну, в общем, пока у нас происходят тут технические ситуации, может быть, надо вот ниже использовать отверстие, нет? Точнее, вот этот прибыл, нет? Хорошо. Итак. Итак, друзья. Добрый вечер. Анастасия Игитян сегодня здесь на гостях, и мы сейчас постараемся красивым образом изобразить мелодию. Замечательно. Кто-нибудь знает такую певицу Ледиси, друзья? Знает она, да? Отлично. Вот сейчас ее песню мы и попробуем изобразить для вас сегодня этим замечательным вечерочком. Поехали. Всем добрый вечер. Я первый раз сегодня стою на этой сцене. Давайте поприветствуем вам, Анастасия. Друзья, дико сегодня человек здесь у нас на нашем затулье, и это очень радостно для нас, для всех. Мы готовы? Вы готовы, друзья? Не, мы не будем ничего играть. Пойдем домой. Будем молчать. Пойдем домой. Ладно, друзья, поехали. Для вас специально сегодня этой замечательной ночью композиция, которая называется «Children Go Where I Send Thee». В общем, да ладно, серьезно, да. Thank you.
Спасибо огромное. Анастасия Гитян сегодня здесь в гостях. Дебют прекрасно. Спасибо, друзья. Давайте поаплодируем артисты. Огромное спасибо. Итак, друзья, медленно и верно мы двигаемся дальше. И я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Анна Март. Анна Март сегодня у нас должна быть здесь в гостях, и вот мы ее ожидаем. Анна, где же ты? Приходи, выходи, появись. Ну что, видимо, пока еще нет у нас Анны в гостях. Ну, в общем, пока нет. Как? Анна! В общем, была здесь. Ладно, пока ее нет, давайте, друзья, двигаемся дальше. Итак, у нас здесь сегодня в гостях есть очень замечательные люди. Собственно, это все вы. И среди них, этих замечательных людей, наших гостей, есть люди, которые умеют петь. И я бы хотел пригласить на сцену сегодня наш небольшой отряд, я так понимаю, Moscow Gospel Team, друзей из прекрасного такого ансамбля. Кто-нибудь знает такой ансамбль? Moscow Gospel Team, друзья. Кто знает, поднимите руку. Не знаете? Хорошо. В общем, есть в Москве, в этом чудесном нашем городе, такая группа, называется Moscow Gospel Team. Может, кто-нибудь слышал о такой музыке, которая называется Gospel? Ну, то есть, вот то, что в американских, там, всяких протестантских церквях играет такое, восплавляет, да? Ну, в общем, вот сегодня у нас небольшая группа людей, которая представляет эту группу прекрасную. Здравствуй, Лёша. Алексей Геращенко сегодня здесь у нас. Здрасте. Александр Черновыцев сегодня у нас здесь в гостях. И Анастасия Лощевская сегодня у нас тоже в гостях здесь. Давайте поприветствуем. И Санжар сегодня у нас сыграет на прекрасных наших клавишах. Замечательная композиция, друзья, которую вы все должны знать, ну или как минимум, может быть, слышали хотя бы раз. Называется она «Lovely Day», друзья, то бишь «Хороший денежек». Сейчас вам помогут, я тебе дам свой микрофон. Итак, пока у нас ребята разбираются с музыкой, друзья, скажите, а кто сегодня здесь впервые вдруг случайно так попал, забрел? Поднимите, пожалуйста, руку. Ой, как вас много, это прекрасно. И я вас поздравляю, вы попали на Club Post Jam, клуб Алексея Козлова. Это прекрасно, мы здесь собираемся каждую пятницу. Если вам понравилось и вы хотите радоваться, то приходите к нам каждую пятницу. Мы вас всегда здесь ждем. А чтобы быть в курсе того, что у нас происходит, вы можете легко добавиться к нам в аккаунт в Инстаграме или найти группу ВКонтакте, называется она просто Club Post Jam. Там вся музыка, которую мы играем сегодня здесь и вообще всегда, очень много всякой информации и, конечно же, фотографии от нашего замечательного фотографа Валентина Монастырского. И, друзья, у нас готова наша мини-команда Moscow Gospel Team. И хотелось бы мой вокальный разговорный микрофон чуть-чуть побольше сделать в монитор, если можно, чтобы было чуть нам послышно. Вот, по-моему, замечательно. Даже можно чуть-чуть совсем поменьше. Раз, два, три, раз, два, три.
сегодня здесь у нас в гостях в малом составе. Спасибо вам, ребята, огромное. Это было прекрасно, очень важно. Итак, дамы и господа, следующим номером нашей программы будет прекрасная все-таки композиция. И для исполнения я хочу пригласить, все-таки хочу пригласить, Анну Март сегодня здесь у нас в гостях. Анна Март, и которая исполнит замечательную композицию под названием... Композиция, которую мы сейчас изобразим с Анной Март, называется она Somebody to Love. Может быть, кто-нибудь знает эту песню? Кто-нибудь был на фестивале Woodstock? Есть такие. Может быть, кто-нибудь знает группу Jefferson Airplane? И композиция Somebody to Love, да? Вот, человек знает, правильно. Итак, кто не знает, сейчас узнает, друзья. И Анна Март сегодня здесь у нас в гостях, да? Сейчас у нас один есть момент, друзья, мы договоримся, как мы будем эту песню играть. Знаете, ну две секундочки, пока диджей Франц какой-то спочку включил. Сегодня здесь у нас в гостях песня Somebody to Love. Понеслась жара в хату. Давай, Серега, заводи.
Спасибо огромное. Давайте. Буран. Спасибо огромное. Итак, друзья, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Итак, следующим номером нашей программы я бы хотел пригласить Александру Чернову сегодня. Да? Давай сыграем одну прекрасную песню. Александр Чернов сегодня у нас здесь в гостях. Представительница замечательной вот этой вот Moscow Gospel дружины, скажем так. И композиция, которую мы изобразим сейчас, называется она Afro Blue, друзья. Afro Blue, и мы сейчас ее торжественным образом сыграем. И сейчас у вас басбатарий, знаю, немножко поменяется. Вот. А так вообще, Санжар, может быть, ты это знаешь, Afro Blue композицию божественную, да, на рояле, красиво. Сможем сделать? Сможем! Итак, друзья, ну что, настроение улучшилось? Да? Ну, классненько. Сейчас. И у нас замена происходит. Небольшая пока происходит замена. Что же вам такого интересного сказать? Дамы и господа, собираемся мы здесь каждую пятницу, еще раз повторюсь, кто сегодня вновь к нам прибыл на наши ряды музыкального нашего торжества. Так что приходите, всегда вам очень будем рады. Вы сами понимаете, что здесь происходит. Очень отличная музыка, хорошая атмосфера. В общем, все работает, бар кухня, можно все использовать, заказывать, выпивать, закусывать, в общем, делать все. Итак, сейчас буквально момент. Чернову сегодня здесь у нас в гостях, и немножко хип-хопчика этим чудесным, леденящим, пятничным, летничным, майским. Кстати, всех с 1 мая, друзья. Это же отличный праздник, да? Скажите, день солидарности трудящихся. Много ли среди нас трудящихся сегодня? Мне кажется, нет. Все на отдыхе сегодня. Спасибо вам, что вы здесь. Итак, Александр Черноусов сегодня у нас на главмоджеме, и мы поехали. Композиция Afro Blue красивая, начинается очень классненько, и мы готовы, мы поехали, да? Ребята. Итак, настраивается бас-гитара, очень серьезный процесс. Бас-гитара будет настроена, будет очень больно. Александр, когда у вас замечательный концерт с вашим сообществом? Ну, у нас завтра 3 концерта. И 19 мая в клубе Алексея Козлова. Друзья, 19 мая, в общем, вот будет Moscow Gospel Team играть здесь концерт, правильно я понимаю? Да. А завтра? А завтра мы участвуем в Московская весна Акапелла. И наш номер 148, вы можете зайти и проголосовать за нас. Главное, что мы... Тогда мы победим. Главное, что мы 245 ваш номер был. Нет, 148. 148. Хорошо, сейчас. А куда нужно зайти? В бар? На сайт Капелла Москва. Капелла Москва, друзья. Да. А что за комната? Расскажи, будем слова. Ты видел, по улицам стоят сцены, аппаратура, и люди поют? Нет. А Капелла? Нет. Ну, вот, я думаю, что кто-то не видел. Кто-нибудь видел такие комнаты, что происходит? Да? Я есть знаю, такие? Я один не знаю. В общем, друзья, я просто недавно приехал. Мы победим ее, да. Конечно. Если давайте, благодаря... 148, да. Друзья, давайте все проголосуем за номер 148, и сейчас Александр для вас, для всех споет очень прекрасную, красивую мелодию. Итак, ну что, бас-гитара настроена у нас? Все отлично. Давайте. Afro Blue сегодня здесь у нас Александр Черноусова, и всем мы, поехали! Ура! Thank you.
Сегодня у нас здесь, друзья.
Александр Черноусов сегодня здесь. Уважаемые, спасибо, друзья. Еще раз, давайте. Боги-боги-боги, буги-буги-буги. Итак, друзья, напомним, что нужно сделать. Нужно проголосовать за номер 148 на сайте Moscow Acapella. Нет, Acapella Moscow, да. 148 за Moscow Gospel Team. И прийти на концерт клуба Алексея Козлова 19 мая. Спасибо. Друзья, обязательно проголосуйте за Moscow Gospel Team. Будьте так любезны. Реньер. Родригес сегодня здесь у нас на Малхозеве, друзья, на барабанах играл очень красный человек. Спасибо огромное, братан. Эрвана, будьте здравствуй, скоро музыка. Итак, дамы и господа, мы уходим на небольшую музыкальную паузу, но музыка не кончается, она не будет заканчиваться сегодня никогда. Для вас играет сегодняшний наш прекрасный диджей, диджей Франц. Друзья, наш импровизированный танцпол бесплатный. Давайте веселиться, отдыхать, зажигать и тусоваться. Мы вернемся к вам через небольшую паузу, буквально минут 20, я думаю, дамы и господа. Хорошего вам настроения. Вы на Club Mod Jam в клубе Алексея Козлова. Поехали, отдыхаем, танцуем, веселимся. Диджей Франц. Во-во-во-во-во-во-во-во. Итак, друзья, дорогие гости, мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Давайте поблагодарим нашего диджея сегодняшнего, диджей Франц. Сегодня для вас хорошая музыка. Всем прокричали, порадовались. В общем, вибрации, девчонки вообще молодцы. Ура, успех. Итак, друзья, мы продолжаем наше музыкальное путешествие сегодняшним вечером, сегодняшней ночью замечательно. Я бы хотел пригласить на сцену наших духовичков. Духовички вот они выходят торжественным образом. И композиция, которую мы начнем второе отделение, естественно, она будет инструментального характера. Я надеюсь, недолго. Ребята, не играйте много, чтобы не утомить себя и окружающих. Вот, чтобы все было красиво. И вот, собственно, сами знаете, как что. Композиция называется «Cool». Давайте поблагодарим диджея Франца. Диджей Франц сегодня для вас поиграл музыку. Еще будет играть. Ну, а мы уже на сцене. И композиция, которая называется «Cool», то бишь классненькая. Джона Скофилда, друзья, такого прекрасного гитариста, замечательного, мы сейчас изобразим. Поехали. Готовы ли все у нас? Не все готовы. Евгений Панфилов у нас берет в руки бас-гитару. Евгений Панфилов. Да, втыкает в уши. Себя самого. И будет сейчас изображать с нами эту прекрасную композицию. Итак, композиция «Cool», Джон Скофилд. Друзья, мы все на Club Mod Jam в клубе Алексея Козлова. Поехали. Спасибо.
национального характера композиция. Итак, дорогие гости, мы переходим к следующему номеру нашей замечательной сегодняшней программы. И я хочу пригласить на сцену сегодняшнюю нашу гостью, которая сегодня уже блистала много-много раз, один целый. Анна Марк сегодня здесь у нас в гостях. И мы сейчас для вас изобразим потрясающую композицию, которая называется... Сейчас я вам скажу, как называется. Сейчас буквально одно мгновение, мы сейчас поймем, либо одна песня, либо другая. Либо две. Либо две, да. Либо одна из двух, да. Сейчас, пока диджей Франц там будет хорошую какую-нибудь заставочку. Друзья, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас знает такую замечательную группу Bee Gees, которая называется? Все, тогда решено сразу же, вообще относительно. И вообще, без различных, как бы, раз-раз ситуации, раз-раз. Мы сейчас сыграем с вами замечательную композицию, точнее, ребята сыграют, а мы ее послушаем. Композиция, которая называется Stayin' Alive, группа Bee Gees. Кто-нибудь знает такой супер-мега-хит, неунывающий, никогда? Знаете, друзья, я напоминаю, что танцпол у нас бесплатный сегодня. Поэтому вы можете вот здесь вот буквально все для вас можно танцевать, веселиться. Композиция Bee Gees, зажигательная, веселая. И, друзья, у нас есть еще сегодня, нам готовится небольшой эксперимент. У нас есть человек в здании, которого зовут Юрий. Ни много ни мало. У Юрия... Сегодня день рождения, Юрий. У вас сегодня день рождения, да. У Юрия сегодня день рождения. Давайте мы поаплодируем за это в легкую. Спасибо, да? Юрий работает в клубе Алексея Козлова. Да? Юрий работает в клубе Алексея Козлова, прекрасным человеком, который помогает нам в нашем всех мероприятиях и шоу. И сегодня Юрий желает зачитать дикую рыбчину. Дикую рыбчину, да, Юрий желает зачитать. Вот, в какой-то момент, ребята, внимание, пугу, в какой-то момент начнется дикая рыбчина, и Юрий начнет читать дикую рыбчину, да? Вы поняли? В общем, следите за Юрием, и, в общем, ну, так, и так, в принципе, за всем следите, но, тем не менее, следите за Юрием, он начнет в какой-то момент читать дикую рыбчину. Точнее, скорее, мы ему дадим знак, да? Анна даст Юрию знак. Анна даст Юрию знак, когда нужно читать дикую рыбчину. Итак, друзья, можно, пожалуйста, этот микрофон немножко добавить в монитор? Господа, прекрасно. Чуть-чуть поменьше, буквально, еще немножко. Вот так буквально вполне достаточно. Итак, сегодня у нас в гостях Анна Март, композиция Bee Gees, Stayin' Alive. Друзья, танцпол бесплатный, Юрий читает дикую рыбчину. Давайте оторвемся по полной программе, все есть нормально. Итак, мы готовы. Гости дорогие, поехали. Юрий, я включаю тебя микрофон. Тебе дикую рыбчину, когда тебе партнер. We'll be right back.
да. Юрий, ты можешь смело подписывать контракт на все, что угодно. Как бы успех тебя ожидает в ближайшее будущее определенно. Итак, друзья, мы продолжаем наш замечательный заплыв. Да, и я бы хотел пригласить наших двух господ, которые сегодня здесь у нас есть в гостях. Ребята, барабанщик и басист сегодня пришли к нам в гости, эти замечательные люди. И сейчас мы исполним композицию, которая называется «Pick up the pieces». И Санжар, конечно, ты ее сыграешь, ты ее знаешь. Я в этом более чем уверен. Композиция «Pick up the pieces», друзья, немножко фанка. Хотите фанка, знаете? Была такая песня, хотите фанка? Нет проблем! То есть я вас спрашиваю, хотите фанка? А вы такие, хотите фанка? Нет проблем! Хотите фанка? Нет проблем! Итак, друзья, в общем, сейчас будет немножко фанкового направления музыка. Будет, да. Композиция называется «Pick up the pieces», и наши вновь приглашенные товарищи, барабанщик и басист, сейчас буквально подключите свои замечательные инструментики, и мы начнем эту композицию, которая называется «Pick up the pieces», друзья. И скажите, пожалуйста, как у вас настроение? Сил есть еще? Можно продолжить немножечко? Да? Дамы и господа, дорогие гости. Ну что, домой пойдем, что ли? Нет, еще посидим немножко. Сейчас что, в метро не открылось, посидим, да, чуть-чуть? Ну что, в метро скоро уже откроется. Не, нифига не скоро, еще долго сидеть вам придется. Ну, в общем, друзья мои хорошие, наше музыкальное путешествие не заканчивается, и оно не закончится еще, естественно, очень долго. Ближайшие, как минимум, минут 10-15, это точно. Поэтому, пока музыканты выходят, подключаются, все, господа, вы готовы? К извлечению, так сказать, музыкальных вот этих вибраций посредством струн, тарелок, барабанов и подобных всяких штук. Итак, композиция называется «Pick up the pieces», и, друзья, мы с огромным удовольствием для вас ее изобразим. Да? Вы готовы? Ребята, дорогие гости, ну что, все, что ли? Ну все, давай не будем, ребят, пацаны, все понятно. Oh,
работе. Я вам хочу сказать о том, что наше музыкальное погружение с так называемой живой музыкой подошло к концу на сегодняшний вечер. Но прошу вас не расходиться резко, потому что бар и кухня еще работает, и для вас еще будет играть отличную, замечательную. Вы куда все пошли-то? Ну что, вы куда все пошли-то? Да-да, я не буду вам говорить даже спасибо за все. Ладно, я шучу. Ребят, дорогие гости, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были с нами. Музыкальная часть нашего вечера на этот момент заканчивается. Мы ждем вас каждую пятницу здесь, в клубе Алексея Козлова. Приходите, пожалуйста, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в группе Glassmos Jam, которая называется Glassmos Jam ВКонтакте. В общем, делайте все эти вот нажимания, знаете, в мобильных телефонах на GSM. Тем не менее, в общем, спасибо вам огромное за участие, за присутствие и вообще Grand Van Merci. Друзья, спасибо огромное всем артистам, которые сегодня перед нами выступали. Алексей Козловский играл на барабанах, Алексей Максимов играл на бас-гитаре, по-моему, мне кажется. Леонид Хайкин играл на барабанах для вас сегодня. В общем, еще много-много героев. Вот Александр Абрамов собирает этот саксофон, но еще не устал, но тем не менее собирает. Вот, если кому-то нужно Сиглова, можете с ним покатить. Итак, спасибо огромное Ивану Акатову и Ильи Чумаченко за все-все-все движения, и Илье Балаванову за его тоже музыкальные изменения, и всем нашим сегодняшним гостям, особенно вокалистам. Спасибо огромное Анне Март отдельно, что она сегодня была здесь, да, и осталась до конца, выручила вообще как могла.